Я думаю, у нас все шансы занять очень хорошее место, потому что, ну, во-первых, у нас очень хорошая мораль в команде, никакого дискомфорта, все друг с другом общаются, рофлим, там с Блади, вообще Блади сидит там постоянно, угорает, смеется и так далее, и так далее. Это хорошо, Шотник там тоже подшучивает иногда там туда-сюда, закидывает какие-то рофлы, мемы, это тоже супер просто. При этом Шотник всегда там концентрируется на игре, потеет, там из Блади на фланге там решаем остальные там вопросы по бою, да. То есть Шотник очень правильно там перекатывает, подкатывает, все делает по таймингам. Блади на тяжике, конечно, я же говорю, чуть-чуть там поднатаскаться, и все будет шикарно. Просто там, чтобы мы друг друга понимали, чтобы там не было ошибок каких-то, да, там грубеньких, чтобы каждый знал, что он делает, и так далее, и так далее. И все будет супер, и все будет супер. У нас и так все хорошо, но все будет еще лучше. Считайте, мы вчера первую вот эту сессию нашу сыграли, у нас получилось 16900 урона в среднем. Один бой был просто в ноль, и даже с учетом этого боя шикарный просто результат.